Санкт-Петербург – один из самых мистических городов мира. В его истории реальность переплетается с вымыслом и легендами. Все тайны знают они, каменные жители Петербурга. 3000 ангелов парят над улицами города, оберегая его. Атланты, сфинксы, грифоны и львы – на протяжении веков они молча наблюдают за жизнью людей. Они смотрят на вас отовсюду – с крыш, со стен домов. Вы можете их не замечать, но они вас видят. Впрочем, петербуржцы давно уже привыкли к такому соседству. Люди гуляют по улицам, смеются, грустят, любят, ищут счастье. Ночью на берега Невы приходит волшебство. Разведенные мосты, огни тысяч фонарей. Ночью Петербург прекрасен. Город не спит. Сотни клубов открывают свои двери. И только на рассвете каменные жители города могут насладиться тишиной. В этот час Петербург принадлежит им.